Здорово, пацаны. Я, как и ты, сейчас чилю, блядь, на видосе. Сорян, я в августе не отправил тебе видос, что-то я там проебался. Я уже не помню почему, честно говоря, но проебался. Непорядок, мой косяк. Вот, отправляю тебе видос не 1, а 2 сентября. Значит, чё, короче, у меня дела потихонечку. Кайфовал август. В августе первый раз искупался, короче, вот, на скалы выехал, там полазал, вот, что-то там по работе небольшая засада была, вот, ну, вроде, типа, справились, короче, все нормально. Вот, короче, как-то так, вот, с Ромчиком там ну, типа, созванивался, общался. Я ему там посылку в Израиль передаю через его маму. Он меня там просил какую-то хуйню для компа купить. Я уже, блядь, забыл, что. Вот, короче, как-то так. Что в сентябре делать? ХЗ. Есть такой план пойти и поучить французский, но как-то мотивации, блядь, очень мало, что-то впадло. Вот, хочется лазать по скалодрому, а не учить французский. Вот так вот, короче. На инвестирование я пока что забил болт. Особо не слежу за фондовым рынком и как-то так. Ну, потому что пиздец какой-то творится, вот, и там все падает, короче, я так забил хуй на фондовый рынок. Вот, потом, когда будет все расти, тогда можно это вложить кэш. Вот, что еще? Че, чилю на съемной хате, кайфую один. Вот. Да вроде пока все. Особых движух, на самом деле, прям таких супер-супер ярких в августе не было. Вот, ладно, давай, целую тебя, малыш, пока.